И к другим новостям. МЧС советует южноуральцам праздновать 1 мая без шашлыков. Угощение на костре обойдется любителям в 5000 рублей. Завтра в области вводится особый противопожарный режим, а значит, разжигать костры в парках, скверах и лесах запрещено. Пожарить мясо разрешается только в специально отведенных местах. В режим особой готовности приведены все пожарные отделения области, а сегодня им дали немножко отдохнуть. У огнеборцев профессиональный праздник. В этом году исполняется 370 лет со дня основания первой дружины. Челябинские огнеборцы поздравляют друг друга уже по традиции в театре драмы. Наши пожарные всегда готовы защитить людей от разгула огненной стихии. Вы сделали осознанный выбор в пользу профессии, которая требует мужества, выдержки, умения быстро принять единственно верное решение. Это заслуживает глубокого уважения. Глава региона награждает лучших сотрудников пожарной службы почетными грамотами. Среди лучших и Ирина Шафеева. Работает в структуре 25 лет. Пожары женщина не тушит. Она работник творческий, руководит пресс-службой. Поэтому по долгу службы всегда рядом с огнеборцами. Благодаря ей подвиги южноуральских пожарных не остаются незамеченными. Безусловно, когда сталкиваешься, особенно на пожарах, когда видишь, как ребята собой рискуют своей жизнью, как они беззаветно, целенаправленно несутся в пекло, ну, невозможно, чтобы не поменялось к ним отношение. Конечно же, глубокое уважение, глубокое признание, глубокая дружба. В Челябинской области службу несут более 9000 огнеборцев. В прошлом году им удалось спасти жизни 1000 южноуральцев, 50 из них дети. В этом уберечь от гибели в огне удалось еще 400 человек.